Мухтар Аблязов призвал 21-22 апреля казахстанцев выйти на субботник, чтобы отметить завершение месяца Наурыз. Этой акцией мы сможем показать властям и обществу, что сторонников ДВК много. Субботник является безопасной акцией и позволит нам познакомиться и самоорганизоваться для дальнейшей деятельности. Обращаюсь к нашим сторонникам. У нас всего осталась неделя. Очень важно, как можно больше людей вовлечь в организацию этого субботника. Это очень важно. Чем больше мы людей научимся собирать, тем быстрее мы приближаемся к победе. Если мы не сможем выводить сейчас десятки тысяч людей, мы к концу года не будем в состоянии организовать миллион человек. Это поэтому очень важно. И прошу распространять информацию по всем своим знакомым в сетях разных социальных. И мы должны убедиться, что именно 21-22 апреля мы стали сильнее относительно 2 апреля, относительно 21-22 марта. Я всех приглашаю и призываю участвовать в субботнике 21-22 апреля. Местом уборки может быть как центральный парк, так и собственный двор. Власти ведут масштабную пропаганду против ДВК, называя нас экстремистской организацией. Смысл акции – показать, что мы сознательное гражданское общество, объединенное идеей навести в стране порядок. Мы не экстремисты, а люди, которые вместе выходят приводить порядок в свою страну. Для того, чтобы все казахстанцы увидели массовость акции, «Демократический выбор Казахстана» призывает своих сторонников делать фото и видео с субботника и отправлять их волонтеру чата ДВК в Телеграм. ДВК очистит Казахстан от мусора. Уборка улиц – это символ будущего очищения Казахстана от коррупции и авторитаризма. Оправдай страхи Акорды. Приди на субботник и покажи Назарбаеву, что собираешься очистить Казахстан.